Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Савченко Мила. И я Елена. А почему я Елена? А канал называется Савченко Мила. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, мой ролик, когда мы с внучкой отвечали на эти вопросы. С моей внучечкой Камилочкой. Потому что часто мне задают этот вопрос. Друзья, сегодня у меня тема такая. 10 фактов о себе. Флешмоб, который мне передал дружеский канал Фламита Ассорти. Влад, тебе еще раз огромный привет. И сейчас третья серия этого факта, так называемого о себе. Так вот, факт о себе. Друзья мои, я родилась в год обезьяны. Представляете? Вот каждый раз, когда я думаю о том, почему я такая, я все время думаю, что я же родилась в год обезьяны. А обезьяна, она как в том анекдоте, понимаете? Анекдот. Я не знаю, его знаю, наверное, лет 30 этот анекдот. Если вы знаете или не знаете, расскажите в комментариях, слышали вы о таком анекдоте или нет. Когда царь зверей пригласил всех, собрал всех своих зверей, значит, лев, да, пригласил и говорит, так, быстренько выстроились в ряд. Умные в правую сторону, красивые в левую сторону. Ну, все выстроились. Одна обезьяна стала посередине и стоит. Что делать? Он говорит, обезьяна, а ты что, рыжая, а? Она, так я ж не знаю. Умная я или красивая? Друзья мои хорошие, пожалуйста, напишите мне в комментариях, так умная же я или красивая? Вот третий факт о себе. Друзья, в четвертой серии я расскажу еще один факт о себе. А вы, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, пишите мне, я все читаю. Я обязательно смотрю ваши видео. И что хочу еще сказать, что передаю тег я, как правило, я уже говорила об этом. Если хотите, снимите о себе первый, второй, третий факт, а мы все посмотрим. И нам будет всем интересно. А на этом я говорю вам до свидания, до новых встреч на моем канале.